Притча о богатом Лазаре. О тех людях, которые любят богатство, а бедным не помогают, Иисус Христос сказал такую притчу. Один человек был богат, одевался в порфиру, верхняя одежда из дорогой красной материи, и весон, это тонкая белая одежда, и пировал каждый день весело. Был также один нищий по имени Лазарь, который лежал у ворот дома богача, покрытый струпьями. Он желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили и лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова, место блаженства праведных, рай. Умер и богатый, похоронили его. И вот, мучаясь в аду, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря, с ним и возопил. «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он омочил конец пальца своего в воде, и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в этом пламени». Но Авраам сказал ему: «Чадо, вспомни, как в земле ты блаженствовал, а Лазарь страдал. Ныне же здесь он утешается, и ты страдаешь. Кроме того, между вами и нами утверждена великая пропасть, которую нельзя перейти ни вам, ни нам». Тогда бывший богач сказал Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли Лазаря на землю, в дом отца моего, потому что у меня там осталось еще 5 братьев. Пусть он предостережет их и засвидетельствует о будущей жизни, чтобы они не попали в это место мучений». Авраам ответил ему: «У них есть Моисей и пророки, то есть святые писания их, пусть слушают их». Он же возразил Аврааму: «Нет, отче Аврааме, но если это кто из мертвых придет к ним, то они покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». В этой притче Господь ясно показал: если богатые тратят свое богатство только на свое удовольствие, а бедным не помогает, не думает о душе своей, и я в вечной участи, то будет осужден и не получит блаженства в будущей жизни. Те же, которые терпеливо, с кротостью, без ропота переносят страдания, получат вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном.